каждый день просыпаясь и открывая глаза для того, чтобы жить дальше, ты понимаешь, что есть огромное количество вещей, которые тебе надо сделать. Вопрос, как ты их будешь делать, это и есть выбор. В жизни вообще очень сложно делать выбор. Почему мы предпочитаем и предоставляем возможность другим делать за нас выбор? Потому что так комфортно. И гораздо легче потом сказать, что это они ошиблись, эти люди. Это они за нас делали выбор. Мы-то хотели по-другому. Выборы 4 марта являются, на мой взгляд, одной из самых главных точек в новейшей российской истории. Конечно, очень важно, чтобы эти выборы были честными. Потому что от результата президентских выборов зависит, в какой стране мы будем жить. Мы ли начнем жить в стране, которая меняется, или не захотим жить в стране, которая так и не рискнула измениться. Быть президентом Российской Федерации – это нести ответственность за весь российский народ. Не за отдельные города, не за отдельные сословия, не за большинство и не за меньшинство, а за всех и за каждого. И вот здесь очень важно, чтобы человек, который станет президентом Российской Федерации, был настоящим профессионалом. И очень важно, чтобы эта победа была честной и ее признал народ. Потому что любая непризнанная победа, она будет хуже, чем поражение. И вот чтобы эта победа была признанной, надо на самом деле всем нам приложить к этому усилия. Мы наконец-то уже выросли и готовы нести ответственность за тот выбор, который мы должны сделать. Это сейчас самая главная точка, точка невозврата. Мне абсолютно все равно, за кого кто голосует. Я считаю, что каждый человек должен голосовать за того кандидата, которому он доверяет. Но просто очень важно, чтобы этот выбор был осознанным.